система защиты от протечек с качественными электрокранами Bugatti. Сегодня мы рассмотрим базовый комплект «Нептун Бугатти» для защиты от протечек. Комплектация включает центральный блок управления, два шаровых крана с электроприводом, три проводных датчика протечки, а также инструкцию по установке с гарантийным талоном. Посмотрим на блок управления. Корпус целиком выполнен из пластика. Размеры 11 на 10 на 4 см. Вес менее 250 грамм. Спереди имеются светодиодные индикаторы работы и состояния. Корпус состоит из двух частей, между которыми установлена уплотнительная прокладка. При установке нужно снять верхнюю часть корпуса, чтобы получить доступ к контактным колодкам и отверстиям для крепления блока на стене или любой другой вертикальной поверхности. Снизу на корпусе расположены тумблер питания и отверстия для прокладки кабелей. К блоку подключаются проводные датчики протечки, краны с электроприводом, а также питание 220 вольт. Посмотрим на датчики протечки. В комплекте идут три датчика с кабелем длиной 2 метра, но при необходимости его можно нарастить до 100 метров. Всего к блоку можно подключать до 20 датчиков. Также в комплекте идут два шаровых крана Bugatti с электроприводом, а всего к блоку можно подключить до 6 кранов одновременно. Они предназначены для установки на трубы водоснабжения и отопления диаметром 3/4 дюйма в рабочем давлении до 40 бар. Раз в месяц блок управления автоматически открывает и закрывает краны для предотвращения закисания. Резюмируем. Данная система защиты от протечек может похвастаться электрокранами Bugatti и тремя датчиками протечки, которые можно установить в самых ответственных зонах – на кухне, в ванной комнате и туалете. Если вы впервые сталкиваетесь с подобной системой, то учтите, что электроприводом кранов требуется свободное пространство в месте установки. И учтите, что данная модель работает от сети 220 вольт и не имеет встроенного резервного источника питания.